Всем доброго времени суток, с вами Рисен Роуз, мы продолжаем изучать Яндери симулятор. Сегодня мы попробуем что-то новенькое. Все сейвы у меня опять слетели, потому что было какое-то обновление, по всей видимости, 15 мая, совсем свеженькое какое-то обновление. Что за обновление, я не знаю, я за этим я не слежу, потому что я еще и все, что было до этого, не попробовала. Мы попробовали исключить Коко, но я так и не увидела коммента, что я сделала не так, почему она сама не выпилилась. Наверное, потому что я все-таки накосячила с результатами тестов. Короче, я так понимаю, мне надо было их вернуть тихонечко. То есть, и тогда бы ее исключили. Но вопрос остается незакрытым. Почему? Если она, если это происходит в пятницу, то исключить ее должны в конце дня. У меня в конце дня разбито сердце. Как это работает? Не очень понимаю. Короче, сегодня я хочу свести Кокону с кем-нибудь. С каким-то конкретным пацаном. Я посмотрела, естественно, какие-то старые ролики 2016 года. Представляете, люди записывают 2016 года, когда они уже знают, что нужно с этим делать. Я не знаю ничего. Сэмпай, отстань. Не знаю ничего. Но знаю что. Что мне надо будет увидеть этого парня, когда он подсматривает за Коконой влюбленными глазенками. Как бы, и что-то с этим дальше сделать. Потому что данные, могут быть устаревшими, как обычно. Я думаю, вы помните, что данные бывают периодически устаревшие. И, например, да, с Коконой долго не получалось, потому что все было вообще неправильно. И, на самом деле, там надо было поговорить не на крыше. Возможно, сейчас тоже что-то изменилось. Короче, то, что очевидно надо сделать, в первую очередь, это помочь Коконе. Меня многие спрашивают, что я сразу эти пэнтишотсы чит-кодом не возьму. А я не хочу. Я хочу, чтобы все было по-честному. Я вообще этими чит-кодами не очень пользуюсь. Пользуюсь только, когда мне нужно сделать то, что я уже пыталась сделать без чит-кодов. Понимаете? Так, хорошо. Униформу давайте ей перешьем. Кстати, еще... Да-да-да. Кстати говоря, все еще, наверное... Ну да, пока она просто тут стоит. Давненько она тут стоит. Слушайте, представляете, сколько для Коконы всего разработчик добавил уже, сколько разных развитий событий, можно убить, можно не убить, можно... Ну что там только с ней сделать нельзя, с этой, наверное, Асаной будет то же самое, очень долго и очень муторно. Благо, наверное, сегодня мне не придется подслушать ее разговоры, надеюсь, но мне надо будет выяснить, что ей нравится, как я понимаю. Для того, чтобы потом передать пацану, которому это нравится. Единственное, я не знаю, как это догадаться самому, наверное, нужно ужасно много времени провести... Представляешь, сколько времени надо провести в этой игре, чтобы самому до этого догадаться. Поэтому, конечно, хорошо, что я посмотрела ролик. Так, ну сейчас мы просто перешиваем форму. Кокона утром всегда тут. На, Кокона. Я сделала тебе форму и... По идее, все, что этот парень, как я прочитала, должен в обед посмотреть, как она что-то там готовит. Вздыхать и восторгаться ей. А я должна это увидеть, как я понимаю. Надеюсь, что я делаю все абсолютно верно. Но в любом случае, нам все равно нужно что-то качать. Может быть, что нам интересно надо с вами качать, чтобы помочь? Вот этого я тоже не посмотрела. Может быть, язык? Ну и психологию, наверное. И то надо, наверное, качать. И с чем мы сможем перезапускать день столько, сколько мы захотим с вами? Вот этим чит-кодом я пользуюсь, потому что иначе невозможно за неделю все успеть. Так, куда она идет? Наверное, надеюсь, что как раз-таки делает то, что мне нужно, потому что иначе... Ага, вот, смотри. Кокона пошла что-то готовить. Так, допустим. И какой парнишка от нее прется? Вот этот, по-моему, нет? А, Рика Сому. О, задание. Так, было что-то очень странное сегодня. Я видела котенка, который гулял вокруг школы. Такое оно миленькое, это создание. Могла бы я сфоткать котенка? А как понять, что ему нравится Кокона? Он просто ходит мимо кухни. Если бы я не знала, я бы никогда и не узнала. Видимо, может, он в другой день как-то от нее тащится. Ой, ты мне больше не нужна, слава богу, девушка. Мне больше не надо делать одни и те же действия. Наконец-то я делаю что-то новое. Котя сидел где-то тут. Где Котя? А вот Котя. Ой, Котя. Ты какая прелесть, господи. Блин, это так крипово, какая-то женщина подползает к котеночку. Подожди, а он с ней вместе, что ли? Он с ней в кружке находится в одном. Ой, понятно, почему она ему нравится. Ну что, дорогой мой, я, собственно... Да, это та самая фоточка. Голос у нее такой интересный. А что теперь-то? О, лав. Давай-ка спросим. Скажи-ка мне, пожалуйста, нравится ли тебе Коконушка? Ой, что, правда? Она мне правда очень нравится. И что?
Так, она ему очень нравится. Очень полезная для меня информация. Что теперь с ней делать? Надо с Коконой походить для того, чтобы понять, где, что, кто ей нравится и где ей нравится. Пойдем за мной. Тебе что-нибудь нравится здесь? Не нравится. А тут что-нибудь нравится? А что это значит? А что? А почему? Она смущенная? Ей что-то нравится в этом мальчике. Тебе точно что-то нравится в этом мальчике? А что тебе нравится в этом мальчике? А, ей не нравится оккультизм. А, что за весы ей нравятся? Друзья ей нравятся. Сейчас разберемся. А, в Cooking Club давайте ее заведем. Что, нравится, как тебе? Я просто, короче говоря, вожу ее. И да, ей нравится. Драм-кружок, ну логично, она же сама в нем находится. Cooking Club. Нравится? Конечно, нравится. Она же обожает готовить, правильно, сколько я помню. А, спортсмены. Короче, мне надо поводить ее просто по абсолютно всем интересным местам в школе. Короче, она уже уходит, но я узнала достаточно инфы, да, что она там. Ну, типа, ей все равно на библиотеку. Есть еще куча вещей, которые мы с вами не изучили о ней. Что-то не поняла, что значит эти человечки. Жаль, на них нельзя навести. Непонятно, как-то это работает. Арт-клаб еще, искусство. Блин, давайте день перезапустим. Опять поводим ее везде. Выясним 100%, что ей нравится. Но звучит это несомнительно. То, что она... Что этот парень должен под нее подстроиться, чтобы он ей понравился. Как-то, мне кажется, если он бы ей понравился, он должен был ей понравиться такой, какой он есть. Мне надо просто понять, какие еще и мальчики нравятся. Методом проб и ошибок, по всей видимости. Ей что-то конкретно, значит, в том мальчике понравилось в оккультном клубе. Типа, оккультный клуб ей нет, а вот что-то в мальчике. А вот что? Что ей понравилось в том мальчике? Так, а это что у нас? О, а здесь к чему-то как-то относишься? Опа, что? Что? Новая инфа. Я не поняла, что это, за, кстати, за кружок. И, по-моему, он изменился или меня глюкануло сейчас. Что за лол? А, она ко всему к этому вообще никак не относится. Ей это абсолютно неинтересно все. Что с музыкой? Музыка ей очень нравится. Прекрасно. Так, ну и арт-клаб. Искусство давай. Что ты думаешь по поводу искусства? Что с искусством, как она? Вообще плевать, ясно. Интересы у Коконы, конечно. Клуб любитель фотографий. Кокона, что думаешь? Вообще плевать. Что-то ей вообще на все плевать, я не знаю. Сайенс, во, ученые. На поводу науки. Но я боюсь, что ей тоже все равно. Она даже не отреагировала на науку. Кокон, ну что ты так медленно бегаешь? Что я бегаю-то быстрее, чем ты? О! Ага, цветы ей нравятся. Блин, чувствую себя глупо, я просто вожу ее с собой. Где мужчины вообще все? Мне нужны мужчины, чтобы понять отношения Коконы. Так, ну вот, сидит пацан какой-то. Нравится он тебе? Нет, не нравится. Сейчас знаете, что может оказаться? Мы сейчас узнаем вкусы ее, Коконы. Оказывается, что, блин, сэмпай вообще не в ее вкусе. Ты такой, ну так зачем он тебе нужен? Видимо, нам придется мешать Коконе кушать из-за... Потому что, да, как-то... Она вообще ни на кого не смотрит. О, ну вот, смотри. Чувачок в очках, как тебе? Подожди. И что ей нравится? Наверное, очки. Блин, с Коконой тяжело, у нее какие-то странные вкусы, ей-богу. То ей нравится, то не нравится. Ну-ка. Вот что она на него залипла, почему? А ну-ка. Ты на него смотришь? А что в нем особенного? Не пойму. Лидер клуба, потому что он, может быть... Не знаю, она просто смотрит на этого чувачка. А, блин, ладно, уже уроки скоро начинаются. Ну, хорошо, значит, мы отнимем у нее обед. Потому что я так и не поняла, кто ей нравится. Это кто? Это наш сэмпай? Ой, сорянушки. А сэмпай вообще не интересен. Почему она тогда в него влюблена, если ей вообще плевать? Опа, 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 опа. Ага, ну-ка, смотри внимательно. Никто? Вообще никто? Тишки им старят. Ну вот, давай посмотрим парней. Давай посмотрим парней. Вот, залипла. На кого залипла-то? А чем он тебе нравится? Определенно точно парни справа. Я понятия не имею, что ей в нем нравится.
Что ему нравится-то в нем? Что классного-то в этом парне? Давай еще вот посмотрим. Смотри, у него моднявая прическа. Нравится моднявая? Не нравится моднявая прическа. Коко, на ваш вкус, блин. Ну, очки, я поняла, нравятся. Что еще нравится? Ну, вообще неизвестно. Так, ну вот, три чувачка опять. Бам, опять на ком-то. Затагалась, на ком? Вот этот справа? Хорошо, ну с очками я поняла. Ну ладно тогда, допустим. Короче, я что-то наузнавала вроде. Я в печали, потому что, ну, я не сказать бы, что очень много про нее узнала. Так, appearance. А, ей нравятся очки крашеньки. Больше я не... К сожалению, большего я не знаю. Непонятно. Ну, видимо, наверное, пойдемте закончим день. Непонятно, ладно, хорошо. Я узнала все данные, которые могла. Теперь мне нужно дать ему гарнитуру, чтобы помочь ему завоевать сердце, естественно, как он. Потому что пока он сам, ну, это самое, ну, совсем не понимает, что с этим делать. Поэтому мы должны ему с этим помочь. Посмотри, я хочу сейчас попробовать подобрать цветочек и дать ему. Сработает ли это? Надеюсь, что сработает, потому что иначе я пока не очень понимаю, что надо с этим делать. Я узнала, что она им нравится, и все. Узнала про Кокону. А, вот подарок. Может, найти теперь Кокону после того, как я дала ему розу? Вот! Курт! Ага, с тобой кто-то хочет встретиться возле фонтанов. Я думаю, это твой тип. Хорошо, я приду туда прямо сейчас. Нифига, она аж побежала. Ну-ка. Извини. Иди быстрее, Кокона ждет. Ты меня, говорит, беспокоишь. Но тебя ждет Кокона. Не надо, говорит, это достает. Нет. О, боже, все сломалось, кажется. Представляешь? Короче говоря, это работает только когда мы даем ему цветочка. Нам дают цветочка, который надо подарить Коконе, тогда это начинает работать. Без этого почему-то он не хочет ничего делать. Не знаю, как это связано, может быть, но... Вот тебе розочка. Теперь горим с Коконой. Типа Кокона. Кто-то с тобой хочет встретиться прямо сейчас. И подходим к нему. Типа... Ну, подожди, дай я поговорю. Что происходит, что происходит? Как они оба побежали? О, господи, я кому-то нравлюсь. И они оба бегут теперь в какую-то сторону. Кокона, наверное, уже там. И что? А, прячусь. Я прячусь. Что теперь? Какая-то неловкая ситуация. Так. Вау, я сделала мультиплайер на 9. Давай негативную ремарку скажем об оккультизме. Типа это так отвратительно. Ну так отвратительно. Позитивную ремарку скажем о готовке. Это я все подсмотрела. Можно сделать ей еще комплимент, что дрилс... А, сработало. Что теперь? Дать подарок, может, ей розочку? Ну, типа, шоу-офф, мне нечем. А, ну, типа, спасибо. Было прикольно с тобой пообщаться. Мы ей сделали комплиментов, помогли как могли, но... За один раз это делать нельзя, и плюс ко всему с ним вроде как надо позаниматься. Я не знаю, как это работает, типа, может, его с собой позвать просто? Куда-то, что ли, в библиотеку его надо теперь позвать, чтобы вот этот вот разговор у нас был как бы активный, понимаешь? Надо теперь только выйти, где эта библиотека. Скорее всего, она на третьем этаже где-то была. Я могу что-то с ним сделать? А, могу, действительно. Не, мы чем-то занимаемся. Зачем-то с ним занимаемся, чтобы он стал умнее и больше понравился Кокони? Ну, все, наверное. Не знаю, короче говоря, что происходит пока что. Но, видимо, не поняла, это раз в день работает или нет. Но в любом случае, нам нужно качнуть себя в первую очередь, да? Как бы мы не до конца прокачались. А, я не уверена, что мне это нужно, но, наверное, нужно, чтобы он как бы ей нормально признался, а не сказал что-то типа блып, блып. Как бы мне надо, наверное, прокачаться. А, язык на максимум. Он же говорит, наверное, то, что говорю я, скорее всего. Ну, скорее всего, он, наверное, следует моим указаниям по наушничку, поэтому давайте сейчас, знаете, что сделаем?
Какона везде мы поводили. Все они мы узнали. Абсолютно. Все, что нам может помочь. Наша задача теперь сорвать цветочки опять. Вот этот взять опять отсюда. А, это можно будет сделать только завтра. Тогда, в общем-то, и все равно абсолютно. Я думаю, мы можем просто тогда прокачать еще что-нибудь. И все, на этом можно заканчивать. Ну, день. Начало положено. Мы с ней что-то там поговорили. Она такая, ой, так мило. Мы узнали о ней. Я так думала, я переживала, что нужно узнать о ней все, прежде чем пытаться их свести. Но, видимо, это не обязательно, что, собственно, естественно, меня безумно радует. Это было бы очень грустно, если бы надо было знать о Коконе все. Потому что я выяснила только половину, половину вещей вообще непонятно, где открыть. Я бы не казалось, что я по всей школе ее провела. Я знаю, что надо сделать. Надеть особые трусишки для любви. Особые трусишки для любви. Ну что вы, ну вот. Вы же сказали, их надо менять, а я и не подумала об этом. Слушайте, а я думала, это гораздо сложнее. Но было сложно понять, что ей нравятся прилизанные волосы, очки и сережки. Но, блин, это так тяжело. Она просто, у нее сломается шея, она поворачивается в какую-то конкретную сторону. Ты такой, так чем тебе понравился этот персонаж? Объясни, как он и как он. Ну, непонятно. Что мы делаем теперь? То есть мы делаем опять то же самое, да? Прошу прощения. Ой, мы, кажется, сталкиваемся со всеми в дверях, и происходит неловкое... Да хоть пихаться, задолбало, блин, убью тебя в следующий раз как-нибудь. Блин, это такая неловкая ситуация, это если бы я не пришла, он просто стоял бы как дурак за ней, и как он и не смущает, она не чувствует, как он дышит ей в спину. Нет, это не был пранк. Глупая, куда ты? Это сюда. Фу, господи, испугала меня. Все, продолжаем. Я занервничала. Так, наушничек у меня есть. Я не знаю, стоило мне покупать еще один. Вдруг она его выкидывает в конце дня, как избавление от улик. Негативный сейчас отзыв оставим о видеоиграх. А что это у меня? Panty Shots, они добавляют тоже что-то. Смотри, у меня аж умножены на 10. Подожди, ему нравится ей нравятся фиолетовые волосы? Слева. А я не знала, что ей нравятся фиолетовые волосы. Она ничего об этом не говорила. Театр. Делаем ей комплимент, что... Ну, что тебе такая причесочка идет. Работает, и у нее щечки покраснели. Виздом давай качнем. Ей нравится. И еще цветок дадим. Все как он, ты попалась на наш крючок. Вот-вот мы и поговорили. Увидимся в следующий раз. И щечки закраснели, закраснели. Это фантастик. Я просто гений. Я гений сводничества. Особенно учитывая, что я сегодня успела переодеться дома. Это должно сработать. Слушайте, а мне нравится никого не убивать и делать все правильно. Да иди... Достали эти толкающиеся ублюдки. Может, еще раз его качнем? Ну, прокачаем ему еще немножечко мозгов. Второй день мы уже практически все прокачали. Это гораздо проще, чем я думала. Но если бы я не знала, что делать, наверное, я бы тупила. Наверное, если у них сейчас повысится отношение до максимума, кто-то из них должен признаться, что ты мне нравишься на самом деле. Бум. Но это уже и так понятно. Если он делает тебе комплименты, и у нее краснеют щечки, он, очевидно, ей уже нравится. Наверное, дело будет как-то в этом. Но я не думала, что у меня получится все с первого раза, потому что со всеми остальными заданиями, как вы знаете, не получалось ровным счетом ничего. Поэтому сейчас я очень удивлена тем, что все работает. Прям все, все, все. Просто сказать ей там один комплиментик какой-нибудь, и все. Как Ванёна же нравится, смотри, какая милашечка. Ой, мне так нравится проводить время с тобой. Берем ее пока что. И давай еще позитивную ремарочку на какой-нибудь... На правосудие. Так. Максимум. Что теперь? Можно дать ей еще, конечно, подарок. И закончить с этим. Ты должен уже уходить, как грустно. Мне так нравится проводить время с тобой. Ну, они друг другу нравятся. Так, ну, допустим, по идее, она, значит, должна в пятницу теперь признаться ему в своих чувствах. Наверное. Потому что, мне кажется, сейчас опять будет сердечко разбито, потому что ровно в пятницу она должна ему признаться, но в пятницу уже дедлайн, понимаете? После школы уже что-то должно произойти, какой-то основной экшончик. Так что, что мы сейчас делаем? Мы просто, наверное, обучаемся всему. Это уже будет автоскул, и что-то должно произойти. Ну, либо наше сердечко разобьется, либо как он с ним поговорит. Может, ты его к дереву все-таки пригласишь? Вот он стоит рядом с тобой. Он же тебе нравится. Как он, я знаю, что он тебе нравится. Ой, как он, не подведи, а? Что происходит? Все, домой идешь?
Нет, не идешь. А что ты делаешь? О, записка! Так. Я ничего не вижу. Кому она ее кидает? И побежала куда-то. Ага, как она куда-то побежала. Положила записку и побежала. Наверное, к дереву. Мне кажется, сейчас тупо время закончится и все. А, вот он, бежит. Ой, нет, сейчас у меня сердце разобьется, и я не увижу. Ты шируй быстрее, осталось 10 минут, ну, пока сердце у меня не разбилось. Вот зачем разработчик так сделал? Зачем у него разбивается сердце? Не дает досмотреть кучу интересных вещей. Ну, шевели ластами, господи. И что происходит? А что вы стоите, как два дебила? Может, мне надо... О, уйти надо было, оставить их в покое, вот я глупая. Так, как она встречает Рику под деревом сакуры? И как она признается, что у нее есть чувства к нему? Рику говорит, что думает точно так же о ней. И они поцеловались под сакурой. Это так мило, я не могу просто. Извините, я потрусь возле вас, мне превьюшку надо сделать. Мое сердце не разбито, игра, ты ничего не понимаешь в том, что сейчас произошло. Это было прикольно. Это было очень интересно. Если вы еще знаете, что интересного можно здесь поделать, расскажите, пока это... Вот это было очень классно. Мне понравилось просто помочь Коконе и отговорить ее, просто влюбить ее в другого парня. Мне не понравилось, конечно, что парень себя полностью поменял, что понравится Коконе, но в целом меня абсолютно все устроило. Не знаю, как вас, мне очень понравилась эта серия, так что пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, получалось ли у вас с первого раза, или вы тоже так же, как и я, посмотрели туториал и просто шли к выполнению... цели, которая была намечена. Ну, а с вами был Элис Роуз, это был Яндери Симулятор. Ставьте, пожалуйста, лайки. Какая милота, господи. Они идут за ручки до школы. О, какая прелесть. Да, это был Яндери Симулятор. Увидимся с вами в других роликах. Обязательно пиши, что по поводу всего этого думаешь.